Друзі, всім привіт! Коли хочеться красивий автомобіль, що краще обрати? BMW чи Infiniti? Заставка, тра-та-та. Сьогодні ми порівнюємо BMW і Infiniti. BMW у нас іде 16-го року, дізель, повний привід. Бензин. А? Бензин. Так що, він не дізель? Бензин. А, ра-та-та-та-та. Работает як дізель. А, вот откуда у мене дізель взявся. Друзі, сьогодні порівнюємо BMW 428 на повному приводі 16-го року і Infiniti 3-літровий бітурбо, також повний привід. Q60 і 17-го року. У нас якраз була заявка, де людина каже, от я хочу щось з цього вибрати. Або BMW, або Infiniti. Поки ми тут будемо спілкуватися і порівнювати, що краще BMW чи Infiniti, напишіть, будь ласка, в коментарях, що обрав саме власник нового автомобіля. Що він обрав? BMW обрав чи Infiniti? А доки ви будете писати, у нас сьогодні з нами буде Іван, ви вже дуже класно знаєте, і саме Івану досталась ця заявка. Іван, привіт. Добрий день. Розказую. Обратився парень. Хочу стильне молодежне авто, желательно кузов купе. І вибирає він між BMW 4 серії купе і Infiniti Q60, ну, по можливості, як альтернатива Q50 седан. Обязательное условие – полный привод, only. И мотор, если говорим про Infiniti, то 3 литра битурбо. Американская версия там на 305 лошадиных сил идет, европейские бывают на 405. Заявка досталась мне, проанализировал таблицу, позвонил, как обычно, продавцам, всех нахваливают свои машины. Решили смотреть по локации первую машину, она находится недалеко от нас. Ну там у каждого продавца какие-то бывают обстоятельства. Кто-то сегодня не может, кто-то уехал. Кто-то еще что-то, ну... Кто-то еще не вышел из алкогольного дурману. Поехали смотреть мою первую машину BMW черного цвета на Печерске в подземном паркинге. Попросил, чтобы предоставили холодный запуск. Очень не хотели, но предоставили. Когда она завелась, ну я понимаю, что надо разворачиваться, бежать обратно наверх. Потому что работает как трактор, мотор весь поливает маслом. Ну, это по технической части на первый взгляд. Ну, что, наверное, красилась, да? Да. Нет. Не то, что красилась, заменилась на новое. Вот, я рассказывал ему, чтобы меня въехал в припаркованную машину вот недавно. Еще это дороги. Выгнали наружу. Ну, у него в Америке было ДТП, еще было ДТП в Украине. Значит, четверка, которая там первая по приоритетности, надо тут поравнять зазоры, уходило все, тут тоже. Это крыло у нас красилось, тут есть такой затир, тут есть вмятинки, тут тоже. Да, вот тут есть вмятинка, на дверке тоже на торце есть следы. Вот у нас снимался, красился, тонировки тут есть дефекты. Ладно, и плохо. Так из Америки приехала? А? Из Америки так приехала. У меня была в круг. Это, по-моему, крашеное стекло. Это, по-моему, не пленка даже. Да не, ну как, вот эта пленка ж. Это крылышко у нас красилось. Ну, вот это крыло тоже шуклеванное. Монтированное. Это стойка также. Вот здесь дефектик такого характера. Банан этот тоже красился. Сиденье водительское, такой вот затер есть. Тут также руль перешивался и красился. Там у девушки, когда она была пристегнута. Знаете, как ее называют? Пиропатрон сработал? Да там не пиропатрон, там, блядь. Ну, преднатяжитель? Да, преднатяжитель, вот. Тоже такой дефект. Крыло крутилось, вот стоит. Отсутствует дефлектор тут. Дефлектор. Дозорчик тут палец вылазит. Тут надо поравнять.
Друзі, зараз насправді вже відео закінчилося, але тут треба дати пояснення. Пояснення яке? В огляді Івана не розкрита тема, ну він просто промовчав, не хотів людині розповідати, що тут треба означати з іншого. Автомобіль позиціонується, що з Америки він привезений цілим. Я навіть зараз от по звіту покажу той самий CarVertical. Зараз навіть включу запис екрана і покажу. Автомобіль був придбаний в Америці, до речі, що в нього з пробігом? А ну-ка. Да, ми знаємо, що в автомобілі 70 тисяч пробігу, але це схитрував хлопчина, що продавав автомобіль, або правильно сказати, автосалон. Вони просто зазначили, що там 41 тисяча кілометрів, але вони не написали, що кілометрів, просто написали 41 тисяча. Насправді це пробіг в милях. Гаразд, дивимося далі, який автомобіль був придбаний. І він дійсно був придбаний, майже не ушкоджений. Ось його фотографії на аукціоні, коли він був придбаний. Ну, тобто, взагалі лялька. І він так і позиціонується, що автомобіль був придбаний цілим, неушкодженим, живим, здоровим. Принаймні, він привезений сюди. Але Іван бачить, що автомобіль фарбований, задає питання. З'ясовується, що хлопчина вже тут, в Україні, десь притер крилишко, його замінив повністю, тому що фарбуватися не дуже класно, але він його поміняв. У мене тоді запитання, а чому машина шпакльована повністю вся? Він, напевно, десь припаркувався між КАМАЗами. І хочу сказати, що цей автомобіль, от ми навіть по цьому звіту CarVertical бачимо, що цей автомобіль продається на сьогоднішній день вже більше року. Рік часу машину не можуть продати. І зараз вона ще досі в продажі, ми дивилися перед цим. І, до речі, якщо ви хочете зекономити на звіті, ось, скидка в 20% внизу по посиланню, якщо нажмете, відразу буде у вас скидка 20% на CarVertical. CarVertical – це сервіс по перевірці автомобілів, можна подивитись його історію в Америці, можна подивитись історію в Європі, можна подивитися, чи скручений пробіг був, чи ні, викрадений, не викрадений, чи був автомобіль в таксі. Там дуже багато всякої інформації, скільки разів він був проданий, і тут в Україні також буде зазначено. Наша компанія цей сервіс використовує. Ну, ми використовуємо не тільки CarVertical, але і його в частності. І ми цим сервісом задоволені. Ну, а ми дивимося далі. Зроблено дуже погано. На 70 тисяч, по-моєму, у нього був пробіг заявлений. Вона явно не виглядить по состоянию. Затертые сиденья, куча шпаклевки, крученные болты на передке, все кривое, косое, зазор из палец. Сказал спасибо, подумаем, уехали. Эту машину однозначно не рекомендовал заказчику. В этой BMW был двухлитровый мотор, маркировка, ну то есть модификация 428, слабое место цепи и ТНВД. ТНВД конкретно у этого экземпляра уже на подходе, тарахтит как дизель, потому что ну, непосредственный впрыск, там насос топливный со временем выходит из строя и издает звуки, похожие на работу дизельного мотора. Ну на сленге называется дизелит. Так и было и с этим мотором, он уже конкретно дизелил. То есть сказать там с 5 метров, что это бензиновый мотор, ну, сложно было. Работал как дизель. Значить, на якому пробігу це відбувається? Дуже таке дивне запитання задали нам в студії. Хоча дуже тяжко прив'язати, на якому пробігу це є. Тут безліч факторів є. Тобто ТНВД не закінчується від пробігу. ТНВД закінчується від якості палива, від стейджів, прошивок. Я второй власник і 4 користувача пользуються цим автомобілем, використовують. Дають йому там навантаження на двигун, і капот. Двухлітровий він хоч такий, але боком машина поїде. І ось із-за цього саме одна з причин, чому може бути паливний насос закінчується. А, до речі, ще ж може бути із-за того, що постійно на лампочки їздить. Може бути із-за такого. Ну, просто це перша модифікація цього двигателя, вони страдають цим. Там, по-моєму, з 2016 року змінили, і це вже модернізований двигатель, який, по-моєму, називається зараз по пам'яті, точно не скажу, прям без 46, как-то так. Он уже идет модернизированный, эти детские болячки на нем полечены. Ходит долго, цепи не так часто требуют замены. Цепи, замена цепей в BMW, она йде в зависимости от того, как навантаживается двигун. И поменять она стоит на стыке сзади с коробкой, двигуна. Это очень денежная процедура. Ну, от 1500. Это вот, если
по біднячку, тисячі півтори доларів, це якщо саме дешманське все використовувати. Все залежить від умови експлуатації, середньому... від трата і прочих факторів. Від 100 до 200 тисяч прийдеться її поміняти. Саме цей ціпок, треба, мається на увазі ціпок ГРМ, треба буде замінити в залежності від того, як навантажувався двигун. Від 100 до 200 тисяч, хоча іноді буває і раніше, ніж 100 тисяч кілометрів. Тут же як піде. Так? Да. Я нічого не забув? Ні. Infiniti. Следующим автомобілем к осмотру був вибран Infiniti Q60 2017 года. Машина по історії була куплена, можна сказати, практично новою, з пробігом 45 миль. Не тысяч, а реально миль. В пленках вся, по фотографии с Америки, стоит в автосалоне, подведена под страховой случай утоплена. Infiniti Q60, второй по списку приоритетности. На переднем бампере тут есть незначительная примятость такая. Такая примятость. Со слов продавца, красился капот. Лобовое стекло у него менялось, предварительно не открывая. Очень неплохо выглядит. Сразу скажу, вот тут вот есть от соседних машин парочку незначительных мятинок. Можно выкатать, можно оставить. Не знаю, поймает камера, не поймает. 146. Капот ремонтировался. Крыша у нас в родне. Крылышко также. Тут есть такой косячок, надо будет подмазать. Натерла фара. С этой стороны его нет. Мы еще потом посмотрим снизу. Багажник у нас ляда, это пластиковая. Тут ржавчины, воды, ни песка, ничего такого нету. Так, ну обычно, когда машина плавает, у нее тут все ржавое. Тут естественный налет как бы присутствует, но она плыла в Америке. То есть с Америки. Понятно, что тут что-то будет, но это явно было не по этот уровень воды. Под сиденьями, на салазках. Камера не передаст, наверное, но тут все хорошо. Сиденье у нее, учитывая, что это даже светлый такой серый салончик, чистенькое. Тут тоже нигде не видно каких-то разводов и всего остального. Предварительно машина оставляет приятное впечатление. Карта окей. Это сиденье также, потолок чистенький, без изъянов. По электрике как бы вопросов особо у меня нету. Но облазив ее всю, скажем, по наружке, я не заметил нигде следов ватерлинии, каких-то ржавчины под сиденьем. Еще там есть такой индикатор, как рулевой вал, который страдает на предмет коррозии. Но ничего этого не было видно. Человек эксплуатирует машину, вернее не человек, а супруга, 5 лет, но в связи с событиями в Украине она выехала за границу, в последнее время машина стоит. Померили по кузову, крашен капот косметически от того, что стояла под липой, у японцев и так тонкий слой краски. Тут как бы не исключение, капот перекрашен, но перекрашен очень хорошо. Так косметически по салону, можно сказать, идеальный автомобиль. Далее мы вернулись к Infiniti Q60, который был подведен под страховой случай. То, что новенький, с невеликим пробегом? Да, но произошел конфузный случай. Я на нем, как бы, продавец согласился, чтобы я сам поехал с его присутствием пассажиром. Он был пассажиром, я за рулем, на станцию. В ходу машина, конечно, класс, управляемая, динамичная, скоростная, классный автомобиль. Приезжаем на станцию, я выхожу, а он сидит. Я говорю, так пошли. А он говорит, я не могу, чего? Дверь не открывается. Машина купе. То есть, сами понимаете, что как бы перелезть на заднее сиденье возможности нету. Дергали, опустили стекло изнутри, снаружи, за ручку, по-всякому. Стучали по замку, но не открывается дверь. Ну, вылез он через водительскую дверь, посмотрели на станции. Машину на предмет диагностики по ходовой. Так, значит, подняли на подъемник, есть чуть-чуть испарение краски. Вот тут такой легкий дефект. Значит, пыльник шаровый. Когда ехали, есть легкий стучок, возможно, это она. Сейчас посмотрим. Значит, тут все норм. Подозреваю, что вот этот шаровый с рычагом надо будет менять. Отметинка на коробке. Легкое запотевание крестовинки. Вот эту, да, редуктор вмененный? Ну, наверное, это вы умеете, сказали на предыдущем. Говорит, у вас, посмотрите, разное. Ну да, тут, да. Тут это, а тут практически новое. Это получается задний редуктор. У них бывает отваливается передний редуктор еще. А симптомы... А, ну авария, да, была? Ну, в смысле, в аварию выпала коробка? Выходила, да, коробка в аварию. Тут наш Русак у нас тоже есть налет небольшой.
амортизатор сухой, все тут редуктор сухой. То, что налет ржавчины, эта машина уже поездила в Украине, и, скажем, дорожные соли, реагенты, понятное дело, за сколько там, 5 лет, дают о себе знать. Сняли защиту, тут у нас на радиаторах все хорошо, налетик такой налили, но так все сухо. Ну, заказчик вроде как да, но вот этот момент его смутил, тем более он так общался с ним, прислушивался еще к мнению своих двух друзей, с которыми, опять же, забегая вперед, приехал за финальным автомобилем. Еще был осмотрен один автомобиль, тоже Infiniti Q50, тоже со стрельнутой безопасностью, без документов, и были косяки по кузову, которых продавец не сказал, по нормальной цене, но на станцию мы не поехали, потому что те факты, которые были выявлены при первичном осмотре, естественно, не устроили заказчика. Значит, машинка, которая была ударена по передку, сделана предварительно неплохо, все в зазорах, все хорошо. Лобовое стекло менялось, да, на китайское. CarMax, это прокатная компания в Америке была. Есть вот такого плана пятнышки по покраске на капоте, его бы полирнуть. Ну, на черном цвете видно, тут просадочка лака. Это крылышко тоже крашеная, миненная. Если конца тут зазорчик не на месте. И стекла фар перепаковывались. Она тут чуть-чуть не на своем месте стоит. И тут эта дверь ремонтировалась. 966, 1200, 1800, 1300. Есть следы от затиров. 15, 120, 127. Тут тоже есть следы от шкурочки под лаком. Тут есть грех. Капот чуть-чуть не зазоре. Тут тоже крученный болтик. Подогрев уже вы, да, поставили? Или а? Подогрев вы уже? Не, вот, кстати, присоединился с Америки такая пришла. Дверь снимали, крутили петли. Болтик этот подкрасили. А давайте спочатку поспілкуємося, що краще, на вашу точку зору, BMW чи Infiniti? Я ще забув о моменті сказати, що була ще одна BMW, красивого такого небесно-морського, мабуть, цвіту, зелено-синя, красивая. Мурена якась там, да? Такой лазурного. Лазурного цвіту, красивая машина. Продавалась как бы задорого, не торгуется ни на доллар. Была после страхового случая, там мы выявили, подняв и Америкос, историю. Да? Украинец официал. Ага. Мы подняли страховую историю, у него был страховой случай. Человек по телефону говорил, да, я все делал по каско. Ну, отлично, поехал посмотреть. 4 GT. Тут на крыше у нас есть слегка заметная вмятинка. В лобовом тут есть такой вот скольчик по зазорам. Все тут вот. Присутствуют сколы, какие-то довольно-таки, ну, как бы они есть. Раз, ну и десятка, наверное, два наберется. Тут тоже скол. И капот покрашен. Не знаю, не передаст. Но он так как бы в яблоко. Ну, есть вот такой скол на двери. Есть такой вот счёс на бампере. Тут царапка на бампере. Также по торцу присутствуют скольчики. В карте все хорошо, под горбон. Тут также есть скольчик от ремня. 86. 78. Делаем диагностику параллельно. Ремешки работают. Руль не запиленный, раз я уже тут. 478. 300. 600. Капот у нас подклевался. 125. 126. 130. Вот также есть вмятина. Глубокая такая. Поймает, не поймает. И на крыше. Что-то тут было. Менялась вот эта трубка, расширительный бачок у них, расходник, можно сказать. Просил приехать на горячий, то есть на холодное, но человек не смог. Говорит, домой я вас к себе не пущу. Капот в этом месте шпаклевался. Он шпаклевался, красился изнутри, уголочек. Его не меняли, потому что на эту машину это стоит бабла. Капот красился изнутри. Сейчас посмотрим, что у него по мотору. Работает на горячую неплохо. Ну, она оказалась еще и слабой со самой версии 418 на классном салоне, но, блин, ДТП было
такое, что капот даже отрихтовали, они меняли, хотя это была и каска. Но, блин, по каска делать и отрихтовать капот, шпаклеванный изнутри и снаружи край, опять же, все не в зазорах, и капот покрашен в такие, как пятна, ну, как яблоки, как кони в яблоках, в известной песне. Ну, ее пропустили мимо. А теперь вернусь к вопросу, что конкретно бы в этой заявке выбрал я. Я бы выбрал Infiniti. А что на BMW? BMW ж їде, рулить. Я розумію, що BMW там все-таки дволітровий, а Infiniti там цільних 3 кілограми і 400 кобиляк може бути в європейській версії. Чіпом зробиться 400, взагалі без напряга для мотора, для коробки. Тобто в даному випадку перемогло те, що Infiniti більш потужність має? Ні, ну чисто для мене по качеству матеріалів, по красоті кузова. Infiniti G60 красивее, чем BMW 4. Плюс, ну да, наверное, мощность все-таки, потенциал мотора, ресурсность. У меня у друга такая есть, мы когда-то давным-давно, ему я ее помогал покупать, эксплуатирует по сей день, очень доволен. Ну, это если так сравнивать между BMW 4 и Infiniti. Гаразд, а если взять BMW на 428, 430, Тот же двигатель, только еще более раскачанный. А якщо взяти 3-кілограмовий? А якщо М-очку взяти? Другие деньги, то есть вы не купите. А, ну. К слову, этот а-ля топляк, мы поторговались, и нам отдавал этот продавец Михаил, кстати, если смотрите, порядочный очень человек, отдавал на 1000 дешевле, но мы решили еще подождать, посмотреть, и тут... Михаил за Infiniti продавал? Да. Итак, что еще можете сказать за Infiniti? Та все уже сказал, давайте подойдем к тому, что мы купили. Сьогодні ми порівнюємо BMW і Infiniti. Звідки взялась Audi? Ну, вам, напевно, не зрозуміло, так от мені також не зрозуміло. Вань, откуда взялась Audi? Закончились Infiniti і BMW по Києву достойно. То Infiniti, которая а-ля топляк, мы держим на контроле. Ну и человек, заказчик, говорит, давайте-ка посмотрим еще Audi A4 B9 кузов или Audi A3 8V. Я говорю, хорошо, отлично, моя любимая модель машина, смотрим. Ну, бюджет там как бы небольшой сравнительно, по-моему, 25 тысяч был. По опыту знаю, что хороший Audi A4 стоит ближе 27-28, обязательно, опять же, напомню, квадровая. Ну и проанализировав рынок по Киеву, еду смотреть. В этот же день, когда парень сказал, давайте смотреть, есть предварительно достойный экземпляр к осмотру. Готовы показать, тем более недалеко от офиса, уже под фонариком, пришлось ее досматривать. Но по факту это была A4 B9 такого темно-серо-черного цвета, красивая, щиток, по-моему, даже кар-кокпит. Но у нее была большая проблема, там был удар по касательной по заднему левому крылу. Ну, я так розумію, що заказчик, він розуміє, що Audi це автомобіль, він дорожче, ніж BMW і ніж Infiniti. Але якщо в ціннику 25 шукати, він розуміє, що це по комплектації буде вона трошки гірша. І все одно він погодився шукати по саме... По комплектації або по состоянию, да. Ну, как бы, заявка как бы длится, ми как бы моніторимо нові варіанти. І... Справа не в тому, він розуміє, що Audi буде дорожче і в стані, в салоні, в комплектакі він, ну, тут може програти. Він це розуміє? Я, чесно говоря, не на камеру, але не пам'ятаю. Я думаю, що там хотілося... просто це, та я думаю, що там просто питання про це не стояло, що Audi. Тобто у Audi возникла тут бах, возникла Audi, Ваня, вау, Audi нарешті. Ну, я так розумію, що за цей цінник Audi буде трошки гірше і по стану, і по комплектації, ніж BMW чи Infiniti. І взагалі вдалося щось знайти? Звісно, жемчужину. Ваня завжди знаходить жемчужину. Що за жемчужина була цього разу? Я, скажу чесно, я не дивився ще матеріал, я не знаю, що там за машина. І коли мені сказали, що це буде Audi, я... Audi? Охерел. A3, S3, оригінал. A3, S3 за 25? За 21. За 21? Що це за дрова? На відео все є, ніфіга не дрова. Так просто сложили зв'язки, що мій близький друг уїжджає за рубеж надовго, і він предложив мені цю машину. Ну, так, звісно, слюні попускав. Я вже зрозумів, це хлопчина з розборки, так? Да? Да. Я знаю, що це за Audi. Слюні попускав, но
приехал, посмотрел, вообще, можно ли предложить. Пораспрашивал все, мне он врать не будет. Порассказывал все, показал. Куплена она задорого. Стала она ему намного дороже, чем 21. Машина с пробегом 100 тысяч на оригинальном, ну как, не на оригинальном, на американском Stage 1. Сделана по феншую, без всякого колхоза, катализаторы на месте. Эндоскопом смотрели состояние цилиндров, как новой машины. Тоже была подведена под страховой случай а-ля топляк. По факту вылили просто на водительское сиденье бутылку воды. И там, ну, три места есть, где кожа чуть-чуть стала такой, как кирзой. Но при этом в отличном очень состоянии, быстрее управляемой, динамичнее машины я еще не эксплуатировал. Удалось покататься на ней, ну, просто не машина, а мечта. Предложил ее моему заказчику, он, конечно же, обеими руками за. Это Audi, про которую я вам рассказывал, моего друга. Есть незначительная коцка на порожке, ерунда. Потом поднимем в оригинальных бамперах. Тут есть незначительные коцки на бампере подтычковать. Тут порожек на место поставить. Матричные фары самые дорогие. Дистроник 130, 135, 143. Эта дверка у нас подкрашивалась. 280, 280. Красилась? Да. Проверяли. Ну, я тебе говорю, скорее всего менялась, потому что изнутри тоже двойной слой. Значит, по этой карте сразу тут все хорошо. Акустика Bang & Olufsen. Коврик этот будет, нет? Да, есть. Ездила детское кресло, тут можно паром разогреть, и это станет на место. Сиденья, конечно, у него просто шикарные. Значит, тут тоже по карте все хорошо. Есть тут такая чуть-чуть более грубоватая, как бы, кожа с этой стороны. По салончику тут все хорошо. Тут вот надо тоже что-то, видать, какая-то кожа чуть-чуть более жесткая. Она не по такую линию стояла, не? Нет, она вообще не влага только на была. А тут это просто влага тупая. Это обычная влага. И вот это тут. А? Вот и эти вот два, это стоит влага, когда солнце бывает. Низ крышки вот этот. 173, 192. Угу, лаком. Фонарики, камера, все гуд. Тут тоже заводской герметик. Тут тоже все сухо. 9. Тоже двери открываются очень плотненько. Наверняка тут никто и не сидел. Такой вот у нас задний ряд. Уезжает все хорошо. Здесь потолок черный. Ручки тут все хорошо. Фонарики работают. Сиденья, конечно, шикарные. Я даже не подготавливаю. Маленькая. Какая... Здесь не до продажи, не до чего. Я и себе покупал, ты видишь, она грязная, где не чищена, ничего. Тоже все завод. Поднимаем Audi наши на подъемнике. Тут есть небольшой скольчик, возможно, даже появился сегодня. Значит, амортизаторы у нас сухие, тормозные имеют выработку. При следующей замене колодок надо будет поменять. Колодок осталось процентов 30. Значит, интеркулер надо будет продуть в перспективе. Радиатор кондиционера. Ну, ездила, видать, по трассе. Такой подзабитый. Труба у нас тут увеличенного диаметра идет. Тут все по ходовой, без налета какого-либо. Значит, развальные болты надо будет смазать. Тут тоже присутствует такой вот налетик. Аморты сухие. Оригинал Audi. Тоже оригинал Audi. Вот эти заслонки стоят на изменяемый выхлоп. Тоже по оригиналу. Это все заводские настройки. Есть налет на редукторе. Это меняли масло на него. Сказать, чтобы она там где-то... Этот рычаг чуть-чуть более ржавый. Легкое запотевание по поддону. Электроусилитель, все сухо. Досмотрели ее на станции, компьютерная диагностика, никаких замечаний не выявлено.
Приехали, купили, оформили, довольны, уехал, благодарил еще пару недель. Да, я просто знаю цю Audi, и я Audi не дуже люблю, але под таку Audi, ну, я б собі купив. Мне есть все, что может быть в Audi 16 года, но, по-моему, матричные фары, удержание в полосе, дистроник, ну, панорамная крыша, понятное дело, сиденья ковшеобразные с ее фирменной строчкой и ромбиками. Ну, просто не машина, а мечта. И при этом, при всем, она полноприводная. Конечно, двушка, полный привод. 360 лошадиных сил. И 21. Да, іноді так трапляється. Ми вміємо робити чудеса. Ладно, будемо ітожити. Друзі, підкажіть, будь ласка, чи ваша точка зору, напишіть в коментарях, чи правильно хлопчина зробив, що він обрав не BMW, що він обрав не Infiniti, а що він обрав саме Audi A3 S3 в максимальному заряді, все, що там може бути, чи правильно, чи ні. Я можу сказати, що цей автомобіль я особисто бачив, ну, я його бачив зовні, я його не чув посередині, але за 21 тоді ніхто не збирався давати, навіть мови не було про те, що автомобіль взагалі буде продаватися, тим паче ще й за 21 тисячу. Ну, ми вміємо творити чудеса, хоча мені особисто від цих чудес трохи так шкребеться на душі. Ну, мається на увазі, що я не поїздив на цьому автомобілі, що у мене нема використання цього автомобіля. Ладно, на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Іван Охотніков, технічний спеціаліст компанії «Одинавто». Частина компанії «Одинавто». За камерами ви не бачите, там Влад сидить, Богдан. Сидить наш. Трошки жаба задавила, га? Трошки, да. Нахер мені оцей, блін, дракон, котрий ламається постійно. Я на цій машині не приїхав 2000. Я туди вже закинув більше 7000. І вона ще не їде. До речі, зараз їй міняють форсунки. Та ну, блін, ну, де грьобаний Вранглер? Ні, Вранглер класна машина. Ну, блін, нахер Вранглер в Ауді. О, я б собі обрав би Ауді. Знаєш, ну, розумієш, коли ти бачиш автомобіль, ну, їх мількає цілий день, безліч. Цілими днями безліч машин, і дуже тяжко людину здивувати чимось таким. А тут вона в такому стані, що, ну, блін, ну, як тільки з конвейера виїхала. Ні затертості, ні придертості, ні бордюрної болезні, ні царапін, вообще ніфіга. Ну, там настільки класний стан цього автомобіля, що дуже рідко таке буває. Тому заказчику дуже-дуже сильно пощастило. Ну, а на цьому все. З вами був Микола Тарануха, Іван Охотніков. Частина компанії «Одинавто», що ви не бачите, за камерами стоїть. Все. На сьогодні все. Всім пока.